Всем привет, девчонки и мальчишки, кто меня иногда мальчишки смотрят, но такое видео, я думаю, по названию мальчишки не откроют. Поговорим сегодня о такой важной теме, с которой я тоже столкнулась как мать здесь в Турции, но это не прямо уж материнство в Турции, хотя, наверное, в этот раздел подойдет. Это последствия того, к чему приводит наше поведение. Очень частые жалобы, просто сейчас период всяких новогодних елок, мероприятий всяких и тому подобное. Я очень часто бываю в коллективах либо в русских на русской там елке детской, либо в турецких, и я вижу отношения, как папы там мамам не помогают с детьми, и вот этот запрос в том, что муж не помогает с ребенком, эта тема здесь, можно говорить, о, это менталитет, турки только на показуху на улице, в общественных местах или для родственников детьми занимаются, проявляют внимание, а дома лежат там как тюлени, ноги кверху и ничего не делают, не помогают. Это правда, я с этим соглашусь, но отчасти то, что в вашей семье дома происходит, тоже от вас зависит. Я хочу, скажем так, дать совет, если так можно, дать себе право дать вам совет, масло масляное, но все равно предупредить, кто только там рожает детей, собирается или вступает в отношения, может быть, вам это будет полезно. Очень многие слышали, я думаю, и в комментариях вы это читаете, сами друг другу пишете о том, что наши женщины... Почему очень многие турки их выбирают? Потому что наши женщины очень легко на что-то соглашаются, не очень сильно любят качать свои права, согласны на нашу поговорочку с милым рай в шалаше и так далее. То есть не очень требовательны к вниманию, возможно, к вложениям, к каким-то заботе. Довольно-таки, ну, просто, короче, с ними, да? На многое соглашаются. Не надо с ними напрягаться. И вот это разбалование мужчин идет до свадьбы, мы об этом много говорим, да, или в турчанке, почему есть видео у меня, да, наш не любит, потому что они считают, что мужиков балуем, ну, в этом есть как бы часть правды, да. Но когда это уже переходит в семью, когда рождаются дети, вот таких разбалованных домашних султанов, мало того, что их девчонки, мамы такими, вы понимаете, растят здесь султанятами домашними в тапках, так вы еще им позволяете им в этом утверждаться и быть такими дальше. Хотя у вас вот, чему мой совет, уникальная возможность, то, что вы иностранка, у вас здесь нет родственников, у вас и вот это и дает вам права качать, понимаете? Как с турками надо права качать? Не наезжать и ругаться, а включать всегда бедного родственника, тянуть, как они сами это любят. Будьте с ними на этой волне, чтобы они вас больше поняли. У меня нет родителей здесь, я бедная, одинокая, там, и так далее, никому помогать, твои родственники это немножко другое, бла-бла-бла-бла-бла. Ездим ему по ушам и при этом скидываем на него ребенка почаще, какие-то домашние задачи и так далее, чтобы он не лежал тюленем тапками кверх и думал, что его мама, бабушка, тетя прибегут, все вам тут дома разрулят, помогут. Но когда-то мама, бабушка и тетя не вечные, их когда-то не станет, и как бы кто вам будет помогать, правильно? А муж с вами будет подольше, чем они все. То есть как приучить к вот этой помощи. И вот к чему я здесь в последнее время сталкиваюсь, что девчонок, у кого в наших в группах, также в наших фейсбуке обсуждения, что мужья с детьми не помогают. Насколько не помогают? Вы скажете, ну в России тоже не помогают. Да у нас в Украине фиг заставит. Я согласна, девочки. Но есть такое, здесь не помогают. Когда мама, там ребенку 3-4 года, а мама не может в туалет до сих пор отойти, потому что просто папа орет там, Маша, ребенок себе там, не знаю, ложкой пытается глаз выковырить, беги, помогай. То есть он вообще рядом находясь, понимаете, не присутствует, не ходит с ним гулять, про памперсы менять я вообще молчу, да? Папа даже как наблюдатель не участвует в этой ситуации. То есть он ложку не отберет, он зовет мать, чтобы она подошла, ложку вот отобрала или опасный какой-то предмет. Вот я к чему, есть такие ситуации. Так вот, девочки, тому, как ваш муж общается с вашими детьми и с вами, что себе позволяет не помогать, это, к сожалению, ошибка только ваша. Да, это материнское, турецкое их воспитание, чтобы ваши свекрови над ними сидели там. Но вы позволили, вы упустили тот шанс, когда говорите, я иностранка, я могу качать права. Я бедная, несчастная, мне нужна помощь. Дорогой, я тебя так люблю, лучше твоей помощи мне на свете никто не окажет, ты самый родной там и так далее. Да? Вот так это расположение к себе должно идти. Если уже потеряно, ну я вам не помощник, это для тех, кто только в это вступает. Если у вас ребенок еще там недавно родился, подрастает там до садика, до школы, тоже это можно в принципе исправить. Вы папу оставляете больше со своим ребенком. Пусть он им занимается. Не надо вступать в диалог, объяснять, ты ребенку нужен, бла-бла-бла. Он не захочет это слушать. Никто не хочет насильно менять свои роли, как удобно, как привычно.
Это должно быть, назовем категорично. Вот я оставила, я ушла. Ребенок на твоей ответственности, просто ухожу. Я не объясняюсь, да, не заставляю или еще что-то. Оставила по факту, делай с ним, что хочешь. Вы понимаете прекрасно, да, что за полчаса папа ребенка не угробит. Я честно скажу, вот поделюсь с вами своим опытом. У моего мужа такая история поначалу была. Он очень, когда ребенок прям только родился, первый там парочку месяцев, три, и у меня было, во-первых, вот это стремление, все самой, никто лучше меня не сделает, потому что я очень сильно люблю ребенка, все понятно. Я мужу не запрещала там помогать и так далее, но он и не стремился, а нафига напрягаться, когда жена все сделает, как бы. Я поняла потом уже, наверное, к 2 годам ребенка, у меня же подружка, которая плюс у меня тут русская рожала, я ей сказала сразу, говорю, знаешь, мужа своего сразу к ребенку не отдавай, говорю, он должен чувствовать эту ответственность, что он должен, от него тоже что-то зависит, он должен учиться сразу вместе пеленать, кормить, бутылки, песни петь, всю историю, папа должен полностью больше ценить будет тебя и ребенка и тому подобное, чтобы ему с рук легко не сходило. У меня это продлилось первые, наверное, месяца, не 3 даже, мы там много, наверное, первые месяца 2. Я вам говорила, у меня ребенок был и аллергия на молоко, лакта, этот, неусваивание лактозы, это всякие рвоты, вы понимаете, да, кричащий, болящий живот, там, пипец, по полной программе было весело. Конъюнктивит сразу был только после роддома, и, короче, не разорвались вот эти вот протоки слезные. Мембраны эти, господи, ну, короче, полная, я с, мне этот мастит, да, то есть молокостаз у меня был с температурой 40, это все в первый после родов, прикиньте, в месяц, в первый месяц-полтора, это был трындец просто, и у меня крыша шла кругом. У меня приехала помогать свекровь, но она мне не так помогала в плане, она мне уже пожилая, у нее горела бабушка была, мужа бабушка, за ней тоже ухаживает. Вот у нее свекровь не могла в полную меру помогать, она разрывалась между нашим домом и своей мамой. Ну, короче, а бабушку мы куда-сюда при... Ну, короче, был полный дурдом. И мы поняли в итоге, что так пожили где-то месяцок, что это не тема, тоже свекровь дергать каждый раз, ей тоже тяжело, она уже взрослый человек. Я поняла, что надо как бы со мной, самой справляться и так далее. В общем, и муж у меня пытался, не то чтобы не скажу филонить, в первое время, зачем что-то делать, когда жена все делает. И он тоже каждый писк «Галя!» Каждый там крик ребенка или кряхтение «Галя, Галя!» Я вот это вот «Галя, Галя!» колокольчик была. Я такая, так, стоп! В один момент мне просто это накопилось вот после месяца тяжелого первого. Я сказала, так, дружок, у ребенка руки-ноги не отвалятся, ничего не произойдет, если ты с ним посидишь полчаса. Вот я сейчас... А ребенок орет, лежит на кровати. Я говорю, делай, что хочешь. Это такой же твой ребенок, как и мой. Но вот я сейчас ухожу на полчаса в ванну и только попробуй открыть дверь. И мне помешать. Мне нужно отдохнуть. Все, точка. Я просто пошла и захлопнула дверь. Как бабка отшептала. Вот если бы я сюсюкалась, что-то объясняла, у него бы находились аргументы, о чем он почему не может, как можно отмазаться. Как только я вот сказала, отрезал, закрыла дверь, выбора я не оставила, все. Это был вот только мой месяц вот этих страданий закончился. Я не говорю, что муж тут же подрядился, начал у меня везде бегать, все помогать. Нет. Я стала чаще оставлять и просто не обсуждать эту тему. Я говорю, ты такой же родитель, как и я. Все. И это очень быстро вошло у нас в обиход и не обсуждается. И это у мужа настолько выработалось, я не дала ему этот шанс съезжать, что сейчас, когда наш ребенок, например, болеет, и мы бежим в больницу, там, с температурой 40 и так далее, как бы это назвать, в неотложку, да, это не я об этом забочусь, это у нас папа, который берет дочь там на руку, она не идет пешком, она на руках, там все, врачи решат. Я чисто какой-то сопровождающий элемент рядом, я ничего не решаю даже в больнице. У нас папа ответственный, он просто несется за ребенка, порвет. У нас в саде какие-то проблемы. Я решаю там какие-то моменты обсуждения с педагогами, какие-то проблемы, но у нас папа, это последнее слово, если какая-то там жесть, что-то, ну, конфликт может быть, там дети дерутся, всякое тоже бывает. У меня муж идет разбираться. Это наша последняя... Муж все. За ребенка просто порвет. Я даже порой стараюсь что-то не договаривать, каких-то проблем ребенка, таких бытовых, обычных. Этого могло не быть. Если бы я говорила, да я все сама. Да нет, ты же отдыхай, ты же работал, тебе надо отдыхать. Да черт, да, работала. Ты работала физически сегодня весь день с ребенком. А тебе когда отдыхать? Почему ты должна на себе все тащить? У меня муж сам все готовил себе, пожалуйста. Или заказывал с ресторана, пожалуйста. Или там не было вообще ни одного слова вопроса, если я что-то не успела, не сготовила, или мне не было сил это сделать. Я просто звоню, когда так говорю, у меня сил нет готовить, чем сам себе придумаю. Все, не вопрос, говорю, все я сделаю. Понимаете? То есть этого могло не быть.
Я вот, девочки, вас призываю. Просто я это очень много последние там 2 недели слушала нытья, как мужья не помогают вам. Девочки, все от вас, к сожалению, зависит. Это в ваших руках. И никогда, я вообще считаю, никогда не поздно менять эту историю. Вот вообще не поздно. Я знаю одну девушку, которая здесь в Турции живет, у нее 2 детей. У нее муж точно так же, все на ней было скинуто, но у нее уже дети в школу пошли. Они уже им по 10, там, 13 лет. И он ей даже не разрешал, зачем, типа, деньги тратить. Хотя у них есть деньги, но он был против того, чтобы кто-нибудь чужой домой приходил убираться, помощницу по дому. И она мучилась, на себя горбатилась. У нее 2 сына и муж. Уже взрослые, по сути, мужики, 10-13 лет. За ним, за всеми мыла, убирала, стирала. Вот это вот. И у нее дошло до депрессии клинической. Понимаете? Это была жесть. Она уже просто, она говорит, я вот в этой работе уже 15 лет здесь живу, говорит, ни черта не видела. Я, говорит, пеленки, сранки, мужики мои домашние, еда, готовка, их домашние дела, вся вот эта история. Вот оно счастливое, говорит, материнство. Повеситься уже, говорит, хочется в петлю залезть, настолько, говорит, устала. А потому что муж был домашним султаном. И вот так учили. Она приехала и поддерживала эту тему 15 лет. Пока мы с ней не начали разжевывать, я говорю, ты что, говорю, делаешь? Ее Лена зовут. Я говорю, Лена, ты, блин, куда себя? Ты понимаешь, что тебе, говорю, никто не позаботится? Им наплевать. Они так при... Дети, говорю, вообще в этом родились. Всю жизнь так же. Я не знаю, что может по-другому. Уйти там. Ты, говорю, так, начинаю, говорю, с малого. Носки, говорю, каждый за собой убирает свою постирку. Или каждый ее сортирует. Пусть, говорю, по дому. Ну, ты же мальчики. Говорю, да и фиг ли мальчики? Говорю, ты же мама, говорю, одна вот переломится скоро спина, говорю, мама за всеми ухаживать. И про вот эту уборщицу для нее была проблема мужу сказать свое «я», хотя есть финансы, позвать помощницу хотя бы раз в месяц. Я говорю, начинай сразу в месяца, раза в месяц. Она там потихонечку через свекровь, там через нашла, кто поможет. Свекровь была, кстати, не против. Ну, муж вот такой, сам себе на уме. И она просто говорит, ставь перед фактом. Она очень боялась поставить его перед фактом, что придет кто-то убираться. Она выбрала такой день, чтобы он там... В общем, уборка произвелась, и сказала она об этом, когда пришел домой идеально вылизанный дом, они живут в вилле, у них 2 этажа, там замучишься убираться. И она мужу сказала, красиво, чисто, он говорит, да, она говорит, приходила уборщица. То есть она по факту, когда это произошло, мужу что сказала, она говорит, я зато сегодня, говорит, читала книжку, говорит, отдыхала, первый раз, говорит, за 10 лет, говорит, на диване прилегла. Но у нее дошло до того, что ей надо было болеть, чтобы отдыхать, понимаете? Когда, говорит, болею, ко мне не подходит. У нее началась куча всяких болячек. Психосоматика полезла, потому что у нее отдыха в другой момента поотдохнуть от них просто не было. Вот, вам на заметочку. У нее, сказать, все наладилось, у нее все прекрасно. Это были ее личные какие-то, конечно же, страхи. И вот общение с мужем она выстроила. Хотя вот 15 лет уже. Казалось бы, на переправе коней не меняют, но все возможно. Вот вам пример. Девочки, все можно менять, неважно, в какой вы стране живете. Даже я скажу, в России можно даже с этим попроще, но честно, как у нас сейчас мужики разбалованы мамками своими, то же самое, наверное, как и в Турции, я бы так сказала, тот же самый уровень. Но все можно менять. Вот поверьте, у меня в России у подружки 2 сына, 2 детей. Муж и пол надо помоет, там что-то приготовит, разогреет, также на работу они вместе ходят, он устает. То есть она тоже поначалу под себя гребла, когда в декрете была, все делала. Потом он такая, говорит, слушай, говорит, я поняла, говорит, мой декрет никогда не закончится, потому что у мужа нет стимула. Он даже сказал, давай я буду типа а-ля там чуть больше зарабатывать, ну так, знаете, прижимисто жить, но при этом ты будешь дома сидеть, мне очень удобно, чтобы за нами всеми ухаживала. Я, говорит, тогда поняла, да, лучше пойду я на работу, чем буду все это делать. Детей она по садикам распихала, по всяким дополнительным этим занятиям потом, и все, ну, прекрасно стало. И мужу навесила ответственность забирать детей с развивашек потом, или по выходным он у нее их водит. Все при делах, то есть это от женщины тоже зависит, понимаете? Девочки, я к тому, что пока вы о себе, если не будете жалеть, о себе не подумаете, никто за вас в семье, даже ваши любимые, родные, близкие, никто за вас это делать не будет, это только в ваших интересах. Потому что у всех окружающих жизнь происходит так, как им хочется, как им приятно и привычно. Чтобы у вас было все хорошо, об этом вы должны позаботиться самостоятельно. Вот мой такой вам посыл. Всем всего хорошего, удачного. Пишите комментарии под видео, мне будет очень приятно. Если вам нужна моя консультация как психолога, пожалуйста, под видео в инфобоксе моя почта, тема письма консультации или письмо от анонима. Жду, с удовольствием отвечу вам. Спасибо всем за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки, распространяйте в соцсетях мои видео. Это будет очень мне приятно и полезно для моего канала. Спасибо всем.